Всем привет! Кто меня не знает, меня зовут Юля, мне 31 год. Недавно мне поставили диагноз меланома. Меланома – это рак кожи. В моем случае это уже третья стадия. Как вы понимаете, все немножко печальненько. Но не будем отчаиваться. Так, не знаю, получится ли из меня блогер или нет, но буду стараться. Вы наверняка подумали, зачем это я тут снимаю видео, да, создаю канал, для чего все это. Нет, я ни в коем случае не хочу там похвастаться или чтобы меня пожалели. Просто все прекрасно, я думаю, знают, что на Ютубе нынче можно заработать. Поэтому я вас прошу подписаться, поставить лайк, посмотреть видео, ну и, конечно, поделиться с друзьями. Поясню, для чего это. Я не хочу, чтобы в один прекрасный момент, когда, не дай бог, закончится лекарство в онкоцентре или еще что-нибудь случится, открывать срочные сборы. Я надеюсь попробовать, ну, хоть так, пассивно, но заработать своими силами. Для вас же не так сложно посмотреть видео, там, подписаться, лайкнуть, поделиться с друзьями. Вот. Что будет здесь на канале, я пока еще точно не знаю. Наверное, что-то рассказываю какие-то о медицине, о том, как с этим диагнозом жить, как бороться. Да и просто о жизни поболтать. Вот. Так что пока всем спасибо.